первый во всем. С легкой руки Александра Лукашенко стартует республиканская акция по восстановлению лесных массивов «Дай лесу новую жизнь». Каждый желающий может оставить свой зеленый след на белорусской земле. С экологической инициативой ждут в лесхозах. Это именной, с надписью. Это очень ценный подарок. Да. Ну а это чтобы силы были лесной с моего родного Глузского лесхоза. Попробуем сегодня. Бобруйск не дремлет. Утро субботы на часах 9:00 в парке семейных деревьев пополнение 360 саженцев. Здесь, в самом молодом районе, субботник объединяет настоящих патриотов. Не покладая рук, трудятся руководство города, депутатский корпус, представители организаций и общественных объединений. Каждый год бобруйчане выходят на субботник, и отрадно то, что фронт работ, который мы запланировали, это все выполняется. Ну, конечно, город Бобруйск – это зеленый город. И вы видите, что мы в прошлом году и за прошлым году и в этом году высаживаем большое количество деревьев и кустарников. Бобруйчане присоединились к этой зеленой экологической акции, пришли с маленькими детками и с большим удовольствием работают на территории города Бобруйска. Я думаю, что через несколько лет мы увидим зеленые деревья, которые пополнят красоту нашего города. Любимый цвет зеленый. Богатую флору Бобруйска пополняют дуб, граб, ясень, береза. Изящные саженцы ретива занимают вакантные места. Аллея вырисовывается прямо на глазах. Рядом со взрослыми совсем юные участники эко-акции вторят полезному движению. Я сегодня сажу дерево березу. А в первый раз? Да. Мой сын первый раз сегодня в такой прекрасный солнечный день посадил свое первое дерево. На этом замечательном субботнике сажу деревья. И это очень интересно. Все объединяются, сажают все вместе деревья, чтобы наш город был чище, краше. Это очень весело в такой солнечный день посадить всем дружным коллективом столько много деревьев, которые впоследствии будут радовать глаз и нас, и наших детей. В одну линию стройный ряд деревьев вырастает неподалеку и от ТЭЦ-1. Молодежь города совместно с горроинспекцией природных ресурсов и охраной окружающей среды высаживает 50 красавиц берез. Перед стартом мастер-класс, как правильно делать, чтобы саженец прижился. Традиционно проводятся такие мероприятия. Ну, это мы делаем для того, чтобы наш любимый город был зеленым и красивым. Вот. Как садить деревья, какие деревья садить, определено не только, скажем так, планами озеленения городскими, но и нормативно-правовыми актами. Мы сразу согласились, потому что хотим, чтобы наш город озеленился, чтобы экология в городе была лучше, чтобы было красиво будущему поколению. Вышли сюда, чтобы все было красивенько. Все-таки лесники – наша специальность. Решили помочь. Труд на славу. Бобруйск по праву носит титул зеленого города. Семью лиственных и хвойных ежегодно пополняют тысячи саженцев. Сегодня город краше, а воздух чище. Сделали еще свыше 1500 деревьев. Елизавета Липеева, Юлия Вернер, Максим Калинин, Станислав Чечерин. Итоги недели.